Добываем золото из глины. Это специальный раствор переводит коллоидное золото в жидкость. Только так его можно будет получить. Простая глина, в которой коллоидное золото, его нельзя получить никакими средствами, как говорил Лелюк. Только тем, что будет показано. Для этого я буду использовать специальный раствор. Этот метод самый эффективный из всех существующих. Показываю. Нейтральная среда чудо-жидкости – это не кислота и не щелочь, а простой нитрат одного из элементов таблицы Менделеева. Наливаю суперраствор, коллоидное золото растворяется за секунды, а дальше нужно отфильтровать раствор и получить само золото. Через несколько часов получается вот такой раствор. Теперь нужно выделить золото. Сделать это можно только одним средством. Все, как говорил Лилюля, тут самое сложное с выделением. Простыми средствами не получить коллоидное золото из глины. Очень легко золото получаю. После восстановления нужно подождать, золото выпадает в виде темного осадка. А вот через 20 минут темный осадок, хлопья начали собираться. В итоге это все превращается в золото, на тонну глины приходится от 10 до 20 килограмм чистого золота. Когда обычного золота вы не насобираете и 2 грамм с тонны. На этом конец, у Лелюка свои методы, а у меня свои, но оба мы получаем килограммы золота. Если кого-то заинтересовало это чудо-вещество, я дам знать, как оно называется и как его сделать. На этом конец.